Вопрос. Версия C-Sharp 8.0. Какие изменения появились в интерфейсах? Ответ. До 8-й версии мы имели следующее. Интерфейсы могли содержать методы, свойства, индексаторы и события. Интерфейсы не могли иметь модификаторы private, protected, abstract. Интерфейсы не могли содержать поля. По умолчанию все члены интерфейсов были публичными и абстрактными. Версия 8 поменяла все. Теперь интерфейсы получили возможность иметь реализацию по умолчанию. Интерфейсы теперь могут содержать члены с модификатором private, static, protected, virtual, abstract. По заявлению Microsoft это сделано по нескольким причинам, в частности, для упрощения добавления функций в API библиотеки и для улучшения взаимодействия C-Sharp с API, ориентированный на Android и iOS, который поддерживает аналогичные функции.